Запах хвои на самарских улицах еще больше усиливает ощущение приближающегося праздника. В городе начинают разворачиваться елочные базары. Зеленую красавицу можно будет купить в любом районе. Под торговлю оборудовано 187 площадок, рапортует руководитель департамента потребрынка Андрей Власов на оперативном совещании в администрации. К каждой торговой точке строгие требования. Организация услуги по упаковке хвойных деревьев на торговых точках, реализация хвойных деревьев надлежащего качества, не допускается реализация хвойных деревьев с пожухлой или желтой хвоей. Прежде чем попасть в продажу, хвойные деревья проходят жесткий контроль соответствия. Ничто не должно испортить праздничного настроения самарцев, подчеркивает глава города Олег Фурсов. И поручает городской административно-технической инспекции по благоустройству и департаменту потребрынка обеспечить чистоту и порядок торговых точек. Пожалуйста, еженедельные или там ежедневные, так сказать, инспекции, пожалуйста, организуйте, чтобы был порядок, чтобы была чистота. Мы должны переходить на новый уровень культуры. Это касается и санитарного содержания площадок, где торгуют елочными изделиями. С несанкционированными елочными базарами разговор короткий. Их будут вывозить из города. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов, Григорий Плешаков. События.